Итак, привет, братья и сестры. В доставке GET наступили изменения в городе Ростов-на-Дону. Теперь заказы забираются на крепостном 183. Вкусвиллы, магазины больше заказов GET не выдают. Раньше было 4 магазина по центру города, и они выдавали заказы все. А теперь здесь склад, единый склад. Все курьеры приезжают туда и забирают заказы отсюда. И сейчас сразу забираю, бывает по 2 заказа одновременно в один район, допустим, на Северный, только что вот отвозил. Даже не по 2 заказа выдают, а сразу по 3. Обалдеть, сумма 670. Вот забирать крепостной 183, один заказ извилистая 21, второй заказ Магнитогорская и третий заказ промысловый переулок 11. Но я его отменю, потому что это не вариант, ну, на скутере 3 заказа. У меня по-любому все не войдет. Отменяю. У меня есть последняя отмена на сегодня. А так сумма хорошая. И также еще, вот видите, есть бонусы за 5 заказов. Вот я уже 2 выполнил заказа. И еще 3 выполню, и будет награда на 400 рублей. Так, ну это скорее всего один заказ, так что его берем. Так, смотрим, что у нас там получилось. Так, а что Москва? Карта Москвы. Карту обновили, что ли? Да, вот здесь одна доставочка, 364 рубля, отлично. Иду забираю. В общем, изменения в GET'е, когда появился один склад в Ростове-на-Дону, магазина «Вкусвилл», стало, на мой взгляд, намного лучше. Получается, я отработал с часу до 5, 4 часа всего-навсего. Выполнил 5 доставок, 5. Получил за все 1580 рублей. Ну, с учетом, конечно же, еще в GET'е при доставке 5 заказов есть сейчас бонус в размере 400 рублей. Ну, в общем, в GET'е сейчас отлично. Устраивайся в GET, зарабатывай деньги. До связи, с новостями был канал «Волонтер».